Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Голос Отечества». С вами Екатерина Сиренко. И сегодня, как обычно, по понедельникам мы обсуждаем события прошлой недели с нашими постоянными гостями Максимом Маратовичем Нургалиевым, директором Фонда патриотического просвещения граждан Возрождения, и Андрей Аркадьевич Иванов присоединится попозже. Здравствуйте, Максим Маратович. Здравствуйте. Ну, начнем, наверное, с таких важных новостей, которые самые важные на прошлой неделе произошли. Это прошел БРИКС. И как раз мы узнали о том, что сама вот эта вот организационная структура, она расширяется. И на пресс-конференции саммита БРИКС министр иностранных дел Сергей Лавров озвучил о том, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Арабские Эмираты станут еще членами БРИКС в качестве именно полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года. Вот мы сейчас видим, что уже вот к этой вот организационной структуре БРИКС уже, скажем так, достаточно с опасением относятся страны Запада. А вот как вы считаете, что вот что грозит вот гегемону на самом деле? И точно так же прошла информация о том, что будет создана собственная денежная единица для расчетов вот внутри, именно между вот участниками этой организации. Как вы считаете, будет ли создана вот эта вот денежная единица? Так, что грозит гегемону, да? Да, два вопроса. Значит, Соединенные Штаты Америки сейчас, судя по той сложившейся обстановке, которая происходит в мире, да, они шаг за шагом утрачивают свои позиции, теряют свое влияние, теряют рост, это видно. И, ну, а БРИКС напротив. Расширяется и растет. И уверен, что в ближайшее время, скорее всего, ну, по мере того, как доллар будет отступать, и на, в основе расчетов будут лежать национальные валюты, ну, я думаю, либо расчеты будут происходить в национальных валютах, либо, как и было заявлено в БРИКС, разработают какую-то единую валюту. Но, как мы понимаем, если мир должен быть многополярный, соответственно, расчеты все-таки должны идти в национальных валютах, а не в какой-то единой. Если опять же будет появляться единая валюта, это значит, уже опять будет нести угрозу, что кто-то эту валюту будет контролировать, если, допустим, даже если будет сказано, что она какая-то там общая туда-сюда, но вот это все равно будет иметь влияние, будет иметь вот соблазн того именно, кто эту валюту печатает, кто за нее отвечает, тот будет и считать себя как бы вполне себе вот таким гегемончиком. Поэтому все-таки уходить от вообще единых валют в чем-либо и возвращаться к традиционным, как это было 1000 лет, все страны имели свою валюту и имели возможность обмениваться товарами, какими-то услугами по национальным вот этим деньгам. Ну вот так, как вы считаете, вот эти страны, которые, вот я озвучила, Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и Арабские Эмираты, они присоединятся с 1 января 2024 года. Вот насколько, скажем так, это усилит этот союз? Обязательно усилит. Посмотрели, эти страны достаточно влиятельные. Если даже министр Лавров сказал, что они в первую очередь оценивали страны, которых сегодня берут, это по их весу в мире. То есть, значит, вот эта организация БРИКС, она сегодня имеет, по-моему, 33% населения, ВВП. То если вступают эти страны, то, конечно, эта организация расширяется, и она уже по своему весу встает больше, чем G7, вот это вот англосаксонское, да, и получается, что силы в данном случае, расстановка сил в мире меняется, то есть постепенно идет от
от такое отжимание Соединенных Штатов от влияния в мире. Но по-прежнему их влияние сильно, доллар по-прежнему является мировой валютой. Помните, как этот доллар, да, он завоевал свое господство, Бреттон-Вудское соглашение в 1944 году. Именно после Бреттон-Вудского соглашения, я так понимаю, Соединенные Штаты Америки решили, что все, их цель достигнута в, ну, в этой вот войне, да, и решили сворачивать Вторую мировую войну, то, что Советский Союз и все страны вообще подписали вот это Бреттон-Вудское соглашение. То есть все согласились, что единой мировой валютой будет доллар. И закончили мировую войну, вторую, да, в 45-м году, поделили весь мир на определенную, ну, то есть на зоны влияния, договорились, что мир будет многополярным, но у США будет право печатать мировую валюту. После этого Советский Союз и страны Варшавского договора не ратифицировали это соглашение. И тогда Соединенные Штаты Америки уже включили холодную войну против Советского Союза и вот запустили вот этот такой механизм гонки вооружений. Ну, где Советский Союз, в принципе, тоже не упал, да, лицом, а тоже создал ядерную бомбу. И тогда вроде как силы Советского Союза и США сравнялись. Но после вот 91 года Соединенные Штаты Америки поняли, что им теперь ничего не угрожает. Ну и вот то, что мы имеем сейчас, вот к чему нас это привело, вот этот гегемонизм и прочие теории исключительности, которую, в принципе, мы понимаем, что США придерживаются уже, ну, вот все тысячи лет, да, сколько они живут, вот эти англосаксы. Англосаксы придерживаются вот этой вот теории исключительности. И США, как вот 300 лет уже является государством, оно именно основано на этой теории и ведет свою вот эту колониальную захватническую деятельность, именно считая, что им можно все, а другим можно только то, что они разрешат. И только в их интересах. Вот так вот, ну, раз устроен англосаксонский мир, как сказал Путин, мир одного хозяина, где один центр силы, один центр власти, один центр принятия решений. То есть все остальные его рабы. Ну, если даже посмотреть, это вполне себе укладывается в ту логику, да, что весь мир закредитован. И, по сути, вот эти вот процентные ставки для развивающихся стран, как говорится, да, Путин обозначил как контрибуция. Вот если взять для России это вполне понятная контрибуция, все люди ее платят и платят уже давно. И это мы понимаем, что это как раз элемент проигрыша в холодной войне. Вот. Если коротко. Вот, коль мы уж стали сравнивать вот, БРИКС с G7, вот семерка вот эта вот главная, мне хочется вот просто понять, вот, вот эта вот организация БРИКС, которая объединила вот несколько стран, она все-таки больше является экономической или она какая-то военно-политическая тоже, вот компонента здесь включается? Ну, они заявлены как экономические. Союз. Ну, официально это так. Я думаю, если вы возьмете, почитаете устав БРИКС, то вы увидите, что это экономический союз. Если вы возьмете, прочитаете декларацию, которая вышла вот по итогам 15-го саммита, ну, там тоже вполне себе экономические задачи поставлены. Но единственный момент, они констатирует то, что идет завершение вот этого однополярного мира, ну и, соответственно, как говорится, БРИКС ни с кем не борется, но те созданные условия, в которых находится сегодня мир,
заставляет страны отстаивать свои интересы. То есть вот, ну, не может быть экономики без политики, а политики уже не может быть без защиты, безопасности и так далее. Вот я думаю, что все вот эти вот цели, пусть даже экономические, они в первую очередь преследуют политические задачи отвязаться вот этого американского гегемона. Ну вот вы уже немножко начали говорить о том, что Владимир Путин сказал о контрибуциях. Вот я как раз хотела сказать о том, что вот он выступил на встрече в онлайн-формате, уже назвали, скажем так, БРИКС плюс. Вот, и вот на этой встрече участвовали лидеры не только стран пятерки, но и государств-кандидатов на вступление в объединение. И Владимир Путин в своем выступлении отметил, что все присутствующие выступают за формирование многополярного порядка, однако страны золотого миллиарда делают все, чтобы сохранить однополярный мир, пытаются подменить систему международного права собственным порядком, основанных на правилах, которых никто не видел. И вот он сказал следующие слова. По сути, это тоже колониализм, только в новой упаковке, кстати, не так уж хорошо выглядящий. И современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами демократии и прав человека, стремятся решать свои проблемы за чужой счет, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран. И он также в своей речи упомянул о взаимоотношениях в сфере вывоза ресурсов, кредитов, которые становится практически невозможно выплатить. И он отметил, что это именно такой подход похож на контрибуцию. Как раз контрибуция, о чем мы говорили, что это платежи, которые налагаются на проигравшее государство в пользу государства победителя. То есть, когда во время войны оплачивается населением занятой территории, а по окончании войны правительством побежденной страны. То есть, получается, он дал понять о том, что мы понимаем, что как это выглядит, что это выглядит как дань, да, мы еще называем это по-другому. То есть, ну, надеюсь, что люди это услышат. Вот что вы можете сказать вот по поводу вот этих его высказываний? Ну, уже вот для тех, кто говорит, вот, пусть Путин скажет, почему Путин ничего не говорит. Ну, я думаю, что вот Путин сказал, ну и что? И что поменялось? Вот опять эти же, можно сказать, миллионы людей, которые сегодня ждут, что им Путин что-то скажет, а при этом вот в упор не слышат, когда он говорит, ну и, соответственно, средства массовой информации же эту тему не обсуждают. Ведь никто об этом не подхватил эту повестку, не начал трубить во все колокола, что случилось, и возвращаться к 91-му году. Именно тогда произошло вот это поражение Советского Союза в холодной войне. Никто не говорит вообще о том, что Советский Союз вообще, что он когда-то вообще был. Они к нему сейчас относятся как к историческому какому-то событию, которое было давно, и лучше о нем не вспоминать. Потому что если начнешь вспоминать, тут всплывает много моментов, которые еще, в принципе, не завершены, которые продолжаются. То есть Советский Союз, он и юридически, его, он никуда не делся, потому что нету законного, даже нету договора, соглашения. Да, вот если бы произошел в 91-м году, после, по итогам вот этого госпереворота, произошло соглашение, вот это союзное соглашение, которое пытались провести американцы, но его сорвали ГКЧП, который подняли, можно сказать, такое восстание, контрреволюцию, и у США все пошло не так, не по плану немножко, и не смогли они заключить вот это юридическое соглашение между республиками. А значит, что осталось, то есть Советский Союз остался в прежних границах, и единственное, что его разделяет, это наше с вами согласие с этим. То есть мы решили, что вот Советский Союз теперь является суверенными республиками. Ну и все. И на этом основании сегодня идет конкуренция всех против всех, и в принципе идет вот эта поставки вооружений Соединенными Штатами Америки на территорию Украины, войска НАТО в Прибалтике. Все это основано только на том, что мы сами с этим согласны. Вот если коротко можно сказать, то вот, вот так.
Ну вот еще на прошлой неделе была так, произошла одна трагедия, которую вот прям все средства массовой информации начали сразу писать в таком достаточно интересном ракурсе. И вчера Следственный комитет уже официально подтвердил, что согласно экспертизе все находившиеся в самолете, который принадлежал Евгению Пригожину, погибшие соответствовали тому списку, который был озвучен ранее, что вот они находились в самолете. Вот я говорю как раз о той трагедии, что разбился самолет. Вот, изначально сразу все начали, там, средства массовой информации, основная масса, начали говорить о том, что это сбили российские ПВО, ну и так далее. В общем, все подводили к тому, что это, в общем-то, со стороны России было совершено вот это преступление. А вот как вы считаете, кому была выгодна вот эта смерть Пригожина? И почему сделали именно сейчас? И выгодна ли эта смерть, как они говорят, вот, что Путин виноват в этом? Выгодна ли ему эта смерть? Вот тут очень интересная ситуация получается, что Пригожин и вообще Вагнер, вот это вот командование Вагнера, да, после того, как они поняли, что произошло, когда их Соединенные Штаты Америки пытались, ну, действительно использовали в качестве тарана против России, они начали разбираться в этой ситуации. Поняли, догадались, и самое главное, что они начали делать, это они начали к себе приглашать специалистов по стратегическим ядерным вооружениям и пытаться разобраться, что не так в том, что мы не можем противостоять Соединенным Штатам Америки. То есть пошло изучение вопроса именно в тему, ну, в повестке решения вообще остановки вот этой войны, победе в этой специальной военной операции. Не просто затягивание боя, да, войны с Украиной, как раньше этот же тот же самый Пригожин выступал. А Пригожин понял, что надо решать, как надо решать вопрос, и начал этим делом заниматься. И вот здесь сразу же возникла угроза Соединенным Штатам Америки, чего они, в принципе, не могут себе позволить. То есть для них, если есть хоть 1% опасности, то они его стараются сразу же устранить. И вот это вот именно тот процент, где они увидели для себя угрозу в ЧВК «Вагнер», который, в принципе, для них, ну, как структура военная, не подконтрольна. То есть это интересный момент, где как раз стратегическая ядерная повестка могла выйти на другой уровень развития. И получилось бы, что США капитулировали в этой вот войне, да, ну, с Россией, уже не, даже не имея шансов на победу. Потому что когда стратегические ядерные вооружения заработают у нас на полную мощь, когда будут введены полетные задания и будет обозначен враг, что, в принципе, понятно, кто у нас враг. У нас другого врага нет. То есть единственный враг, который сегодня пытается разрушать мир на всей планете, это Соединенные Штаты Америки. И другого нет, кто бы что ни говорил, там, мировое правительство, там, еще какие-то там закулисы, там, кто там, инопланетяне. Это все вполне себе укладывается в ту логику, где Соединенные Штаты Америки управляют просто, ну, скажем так, миром. Через Соединенные Штаты Америки, можно сказать, вот эти олигархические кланы, которые там правят. То есть меняются президенты, меняется власть, да, и там у них меняется парламент, но олигархические вот эти кланы, они остаются прежними, они никуда не уходят, у них частная собственность, у них счета, у них банки, банковская система, федеральная резервная система, которая печатает деньги на весь мир и так далее. И никто о них не говорит, и никто о них не будет вспоминать, но они являются гражданами Соединенных Штатов, в первую очередь, может быть, кто-то гражданин Швейцарии, кто-то, но неважно, военная мощь Соединенных Штатов Америки и вот этот блок НАТО является для них как бы военной опорой для их
вот этого печатного станка и банковской системы. А дальше уже те моральные, духовно-нравственные принципы, которые они в себе соблюдают, да, эти морально-духовно-нравственные принципы позволяют им вот эту вести вот эту колониальную такую политику, где можно эксплуатировать другие народы, уничтожать другие народы, жить за счет других народов и так далее, и не считаться ни с кем и ни с чем. Ну, таков вот, вот это, как говорится, вот впал в прелесть, да, вот, допустим, впал в прелесть, и у него теперь вот он равных не видит, он живет так, как ему хочется, и не хочет ни с чем считаться. И вот это они уже делают не один век, то есть на протяжении многих веков они уже живут, вот, используя вот такой вот рабский труд и так далее. Если только вспомнить одних вот этих африканцев, как они их возили, держали в клетках, продавали. Помните вот эти зоопарки человеческие и так далее. Это же все англосаксонское изобретение. Это еще такое надо придумать. Ну, они придумали. То есть с таким креативом в этом направлении у них все нормально. Если вспомнить, какие зверства творил Гитлер в своих концлагерях и так далее, да, то мы можем представить, на что способны англосаксы сегодня. Вот я просто сейчас смотрю, в новостях появилась срочная новость о том, что над территорией Люберецкого района Московской области ПВО уничтожили беспилотник. Вот на прошлой неделе тоже практически каждый день были беспилотники вот на территории то Москва, то еще какие-то другие регионы, там Белгородская область. Вот мне хочется вот понять, вот, это вот уже, скажем так, нас приучают к ежедневным вот этим беспилотникам. Это вот так вот, либо это какая-то такая очередная вот такая вот пугалка, да, чтобы кого-то напугать, чтобы кто-то какие-то действия совершил. Вот, например, вот просто вот это вот с беспилотниками действие, оно вот, насколько я понимаю, сейчас затормозило работу аэропортов. То есть сегодня уже сообщили то, что несколько, там много рейсов достаточно задержано. И вот это такое вредительство, в том числе и экономическое, или это вот так только пугают вот наше население? Ну, я бы не сказал, что это пугают. Это с нами вообще ведут войну на уничтожение. И постепенно, вот как вы видите, это просто эта война, она не идет с нами вот так вот молниеносно и одномоментно. Она идет постепенно нарастая. Для того, чтобы вдруг народ не очнулся и не включил как бы элементы ядерного сдерживания, массово не ринулся в НОТ. А вот если постепенно, вы видите, да, прощупали беспилотником там, сюда залетели, ударили, ага, так, здесь нормально, значит, можно еще, народ, так, смотрим, ситуацию контролируем, никто не возмущается, народу, значит, ну, можно еще поднажать, усилить, так, подняли ставку, ага, все нормально, дальше пошли, и вот это все они делают, шаг за шагом, очень продуманно, работают над этим, конечно, очень грамотные специалисты, те же самые психологи, военные, вполне себе вот это у них получается. Да, посмотрите, ядерную державу надо сделать так, чтобы она не использовала ядерное оружие, но при этом ее бомбить и уничтожать, и грабить и так далее. То есть это высший пилотаж вообще в этом. Вот если вы захотите кого-то так ограбить, вот попробуйте ограбьте человека с пистолетом. Вот идет человек по улице, у него пистолет. Попробуйте его ограбить. А вот США грабят человека с автоматом. Вот примерно так. Ну, причем это не одного человека, если мы рассмотрим, сколько стран они грабят. Это уже просто...
Да. Достаточно много. Я просто хочу сразу аналогию. Я вспомнилась, страны Африки, вот они вот сейчас, насколько я понимаю, у них появилась надежда на то, чтобы освободиться от этого вот колониального гнета, потому что они видят, что Россия начала борьбу, и они вот как бы пытаются каким-то образом присоединиться вот к этой борьбе. И буквально вчера стало известно о том, что Нигер требует от посла Франции покинуть страну. Там такие же требования выдвинули еще послам других стран. А вот как вы считаете, послушаются ли послы вот Франции и других стран, выйдут ли из страны, и, или будет все-таки вторжение для того, чтобы, скажем так, наладить конституционный порядок? Потому что вот об этом ЭКОВАС неоднократно заявляла, что даже озвучивали, что уже есть конкретная дата о том, что уже назначена даже дата вторжения. Ну, вот обратите внимание, что все зависит все-таки от народа. Если они увидят, что народ решителен и как неприступная крепость, то никуда не денутся и выйдут. Если они увидят, что есть брешь, есть предатели, есть за что цепляться, то, конечно же, они не выйдут. И естественно, что они сами вторжения не будут. Это же будут делать сами эти африканцы. Сами будут вторгаться, сами друг друга уничтожать. Ну, как вот эти вот туземцы, как они это всю жизнь делают. Вот как же Советский Союз, кто сейчас пытается уничтожить Советский Союз? Через Украину, они же не сами идут. Они идут через Украину, наняли там кучу наемников, бендеровцев разного там рода, всякую нечисть, которая просто не имеет ничего святого и готова продать свою родную мать. Если обратите внимание, очень много матерей сейчас находятся в России, а их сыновья воюют на стороне бандеровцев на Украине, на стороне Соединенных Штатов. Это же, ну, это и есть. Вот продали родную мать, отказались от своей семьи, от детей. Многие отказались. Да, жена с детьми уехала быстрее в Россию, собрала вещи, а муж воюет, например, на стороне Соединенных Штатов. Вот такая, к сожалению, это было всегда, это есть, и это, наверное, не искоренить, потому что люди все-таки такие существа, которым все-таки, ну, многие вещи вот осознать может быть трудно. Вот помните эту теорию Даллеса, где они еще в прошлом веке, да, в середине прошлого века эта теория была написана, доктрина, где они четко расписали вот эти все события, которые будут происходить. И главное, что они там указали, что лишь немногие будут догадываться, но их мы сумеем оболгать, там, дискриминировать, там, дискредитировать, дать им какие-то, направить против них общественное мнение и так далее. И вот этих других мы их там быстренько подавим. Единственное, что они не учли, то вот этих других подавить можно только через смерть, убив их. А человек, ну, русский многонациональный народ, он не сдастся. Он не сдается вот из-за того, что враг силен, и поэтому надо сдаться. Дух так не работает. Он стоит до последнего, и поэтому Соединенные Штаты Америки вот с этим просчитались. Они понимают, что если сейчас начать... Вот обратите внимание, почему они бьют по своим и делают, убивают только своих сакральных жертв. Ну, это даже не потому, что к ним легко внедрить своего агента, который осуществит вот это убийство. Это только часть. В основном они убивают, ну, посмотрите, Дарья Дугина, там, всех, кого они пытались, там, покушение. Это только тех людей, кому им надо привлечь внимание. Вот им надо привлечь внимание к этому, к теории, допустим, Дугина, к русскому миру и так далее. Они убьют Дарью Дугину, чтобы мы и объяснят, вот, хотели убить отца, убили ее, а за что хотят убить отца, за русский мир и так далее, да, вот Прилепина, допустим, за что убили, вот за то, что он такой вот хороший Прилепин, посмотрите, какие он идеи выдвигает, вот, посмотрите, Маргариту Симоньян, она тоже такая вот, вон Собчак,
тоже такая. Вот посмотрите, сакральные жертвы, по какому принципу они выбирают. И анодовцев они убивают втихую. Но если сейчас начать массово убивать нодовцев, да, то к идеям нода привлекут внимание миллионы людей. Вот точно так же, как они во время Второй мировой войны, когда начали массово истреблять партизанов, ну, начали, там был один такой момент, где они вот прямо уже в открытую пошли и боролись против партизан, то тем самым они уже местное население поднимали на защиту тех же самых партизан. Просто даже люди не хотели, хотели жить себе спокойно, не хотели ввязываться в войну, пусть немцы, так немцы, пусть живем спокойно, там хозяйство и так далее. Но когда заставляют человека там давать информацию про партизанские отряды, допустим, про его соседа, по сути, и человек, ну, начинает волей-неволей против этого фашиста подниматься. И вот так, таким образом они настроили против себя все общество. Вот точно так же сейчас, если они понимают это, Соединенные Штаты Америки, я имею в виду, вот эти специалисты, психологи, военные, которые работают над тем, чтобы пытаться сейчас уничтожить Россию, они понимают, кого надо. Как вот, допустим, Пригожина, да, убили, к чему... Какую идею продвигал Пригожин? Ну, никакую. Война с Украиной, бить хохлов и так далее. Значит, его вот убили, убила Россия, да, еще, причем как это подают. Ну, вообще, очень такая, я бы сказал, глупая такая, глупый сценарий, вот по которому Соединенные Штаты Америки пускают людей, которые абсолютно неискушенные, не понимают, не разбираются в политике, а таких много. У нас, я вот сам лично знаком с такими людьми, которые, ну, и главное, что их никак не переубедить и никак вообще с ними не поговорить на эту тему, потому что они просто это, отказываются слушать, вникать и разбираться, и просто закрывают глаза на любой здравый смысл. То, что их даже, их как бы... Даже не беспокоит, что сами США бомбят, уничтожают всех там города, страны. Посмотрите, Ливию, Югославию, Ирак, Иран. Это все, что США совершают, да, за последнее только время. А если посмотреть в историю за последние 300 лет и даже просто не трогать индейцев, которых они там уничтожили, взять только там... Ну, вот конкретно последнее время, то это шлейф военных преступлений, он только нарастает. Обратите внимание, что вот эта их военная захватническая деятельность, она идет по нарастающей. И сегодня они уже, по сути, объявили войну всему миру, всему разумному, разумной стороне человечества, которые, допустим, не хотят идти против природы. Но это же так, против природы сегодня мало кого можно заставить идти. Но тем самым они заставили людей менять пол. Вы представляете, это вообще как? Вот сегодня мы уже знаем, что в европейских странах люди в 15, 16, в 17 лет, еще не будучи даже совершеннолетними, меняют себе пол. Представляете, как в конце... То есть ну, идут на самоубийство, по сути. Эти люди, они уже не будут полноценными людьми. Они будут всю жизнь мучиться и умрут в мучениях. Это, они никогда не будут матерью, отцом. Это уже просто смерть. То есть Европа и Соединенные Штаты Америки сами поставили себя на уничтожение. Но... Конечно, хотят они это сделать со всем человечеством. Естественно, не себя, не эти олигархи себе пол меняют. И там вот эти все эксперименты проводят. Просто по сути, да, вот как говорится, Европу делают таким большим, можно сказать, концлагерем, в котором проводятся опыты над людьми в таких вот серьезных масштабах. Вот вы просто вот уже сказали, да, вот мы начали, перешли к одному вопросу, и я просто вспомнила, что мы не ответили на вопрос,
А выгодно ли вообще-то Путину вот эта вот трагедия, которая вот произошла с Пригожиным? И у нас здесь еще есть вопрос от слушателя, от зрителя. Сейчас я его зачитаю. Спрашивают, высший пилотаж, как так? Прилепина ставят замком Росгвардии. Вот вы говорили о том, что вот этих вот личностей, которые яркие, чтобы привлечь к ним внимание, их, скажем так, убирают. Но с Прилепиным получилось немножко не так, да, и теперь вот получается, после того, как он поучаствовал в теракте, теперь его там, ну, не знаю, я бы так вижу, как это, как награда, его тут назначают замком Росгвардии. Вот что вы скажете? Привлекли внимание, ага, Прилепин, хороший человек, и, естественно, его назначили куда надо. Привлекли внимание к его идеям, к нему, к его деятельности. Вот таким образом. Это же не значит, что они хотели его убить. Вот создали вот такую вот... Просто если бы хотели убить, ну, убили бы, согласитесь. Не было бы попыток и шансов. То есть... Вот эти все попытки, вот это как бы попытки, да, вот вспомните Навального, ой, не добили Навального. Да хотели бы убить, убили бы. И хотели бы убить, и тихонечко бы убили, и никто бы не узнал, куда делся-то этот Навальный вовсе. Так что вот на самом деле берут его так в таком показательном шоу это все делают для того, чтобы у людей все-таки... Ну, проявлялся интерес именно к деятельности этого убитого. И как раз отвлекает внимание. Да много вопросов решают сразу, то есть одним убийцам. Они из него выжимают максимум. И могут даже не убить, вот как, например, Навального, а просто создать такой спектакль. И уже от этого они получают массу преимуществ в борьбе вот со своим... Ну, можно сказать, со своим подчиненным, потому что Россия все-таки находится сегодня в статусе подчиненного по отношению к Соединенным Штатам Америки. И это не просто, что мы так решили, это написано в Конституции. Если даже мы хотим выбраться и не подчиняться Соединенным Штатам Америки, то мы этого сделать не сможем по закону. А по закону мы должны принять сначала решение и на референдуме его опять утвердить, что мы не подчиняемся Соединенным Штатам Америки, и что теперь у нас власть, например, ну, российская, национальная, советская. А чтобы это сделать, опять же, это единственный источник власти, и носитель суверенитета должен принимать решение, а не кто-то за него. Вот если написано «единственный источник власти», то это действительно значит «единственный», а не какой-то там. Если бы было написано, что в России там три источника власти, и они друг друга там взаимозаменяемые и там подменяемые, и тогда можно было еще как-то ссылаться на кого-то. А вот так как мы не видим других источников, их не обозначено, значит, их нет. А если их нет, то единственному источнику власти придется подумать над этим вопросом. Вот. А чтобы он не подумал, конечно, для него созданы все условия. А выгодно ли вообще Владимиру Путину была вот эта смерть Пригожина? Смотрите, был... Лукашенко вчера об этом сказал, что где-то за полгода до вот этого события Лукашенко пришла информация. Не сказал, правда, кто, что, детали не углублялся, но сказал, что ему поступила информация о том, что готовится покушение на Пригожина. Так, он эту информацию передал российскому послу, зашифрованную, да, зашифровку, передал ее куда надо. По посольским вот этим дипломатическим каналам она пришла в посольство России, и ее вручили непосредственно президенту Путину. И президент Путин передал эту информацию Пригожину. И когда Лукашенко потом спросил, когда Пригожин приехал к ним в Беларусь, он спросил, тебе передавали... Путин тебе передал информацию о том, что на тебя готовится покушение?
Он говорит, да, передал. Вот сами подумайте, если бы Путин готовил его убить, ну, передал бы он информацию о том, что на него готовится покушение, или там бы каким-то образом, ну, или бы не смог это сделать тихонечко, во-первых, да и зачем убивать? Достаточно арестовать, просто вызвать на допрос и посадить в тюрьму. И все. Ну, в принципе. Неужели бы, вот если бы Пригожину пришла повестка, да, например, со Следственного комитета явиться там на допрос, неужели бы Пригожин не пошел бы на этот допрос? Ну, в крайнем случае, тогда он бы убежал просто из страны и жил бы где-нибудь там в Соединенных Штатах. Ну и все, в принципе, вопрос решен. А кому была нужна смерть Пригожина? Ну, во-первых, надо же, во-первых, замести следы. То есть там же не только Пригожин, там верхушка ЧВК «Вагнер», в принципе, которые были в курсе всех дел. А в курсе всех дел это понятно, что США готовили госпереворот, да, использовали ЧВК «Вагнер» как такую ударную силу в темную, которые, в принципе, могли многое рассказать про то, что какие у них были контакты. Пусть даже ЧВК «Вагнер» не соглашалась, например, ну вот, идти, да, на смерть ради того, чтобы развязать в России гражданскую войну. Но попытки, во-первых, переговоров, может, угроз, шантажа там, со стороны спецслужб англосаксонских, это же все было, и об этом они могли рассказать, в принципе, и дать показания даже в какой-то момент. А США всегда заметают следы, а тем более наказать тех, кто их ослушался. Ведь, в принципе, они рассчитывали, что Пригожин и ЧВК «Вагнер» своими жизнями развяжут гражданскую войну и вернут Россию вот в пучину вот этого беззакония. Да? А получилось, что они, как только народ их не поддержал, дали заднюю, сказали, все, мы не будем ценой своих жизней осуществлять планы американцев. Ну и за это тоже американцам следовало бы их наказать. Ну и вообще, если рассуждать об этом, да, можно много разных таких вот, ну, скажем, привести доводов, которые могли бы как раз-таки указывать на то, что США были единственным заинтересованным лицом в убийстве вот этой верхушки ЧВК «Вагнер». Вот я вижу, что у нас уже присоединился Андрей Аркадьевич Иванов, общественный политический деятель, глава Оргкомитета Республиканской партии за Отечество Республики Беларусь. Андрей Аркадьевич, здравствуйте. Андрей Аркадьевич? Так, Андрей Аркадьевич, видимо, что-то с интернетом, он пока не подключается. Нет, я подключился. Да. Так, хорошо, здравствуйте. Здравствуйте, Катя, здравствуйте, Максим. Ну, вы, наверное, слышали, да, уже вот когда подключились, о том, что мы обсуждали вопрос о том, что вчера уже официально поступила информация о том, что все-таки вот в самолете, который разбился и принадлежал Евгению Пригожину, была как раз верхушка ЧВК «Вагнер», и в том числе был сам Евгений Пригожин, его правая рука, так сказать, Уткин, и другие, скажем так, командиры. Вот мы обсуждали вопрос о том, что кому все-таки выгодна эта смерть, и для чего именно сделано это сейчас, и выгодна ли эта смерть Владимиру Путину, как представляют, скажем так, западные страны, о том, что это якобы рука там Кремля, это изначально было о том, что это Владимир Путин все организовал, ну и так далее. Байден там даже открестился, что это они там, не, как говорится, ничего не знаем, ничего не видели, ничего не слышали. Ну, здесь на самом деле действительно пересекается большое количество интересов, прежде всего глобальные изменения, которые сейчас происходят. Мы же видим, что идет переформатирование бывшего гегемона и мироустройства, значит, сложенного под бывшего гегемона. И ключевой сферой интересов сейчас становится глобальный юг, как называют это на саммит БРИКС, как говорят теперь это в политике. Глобальный юг – это прежде всего Африка,
И вот до покушения, буквально за несколько дней, Евгений Викторович Пригожин выступал с интервью и говорил о том, что мы сейчас в Африке, мы будем работать здесь, необходимо наше участие, наша поддержка и так далее. И я скажу вам прямо, что ЧВК «Вагнер» — это был инструмент, который позволяет вне государственных рамок, то есть вне всяких международных договоров, решать вопросы, связанные с силовым фактором. Потому что Егемон делал ставку на силовой фактор везде. Мы впервые это узнали и услышали ЧВК «Вагнер», когда начали понимать, что, допустим, Идлиб или там Алеппо отбивало именно ЧВК «Вагнер». Да? То есть можно было освобождать. То есть такую вот тяжелую рутинную работу делали штурмовики, которые на земле работали, как говорится, по полной программе. Потом мы услышали об этом в Бахмуте или в Артемовске, ну и так далее. И сейчас мы понимаем, что есть такой инструментарий частной военной компании, который используется руководствами стран для решения своих задач. В данном случае это задача в области внешней политики. Поэтому, ну вот давайте возьмем Нигер, да, где сейчас есть опасность военного вторжения коалиции, натовской коалиции. Чем Нигер такой примечательный, да? Ну, тем, что, допустим, более 50% запаса урановой руды поставляет во Францию именно оттуда. И уже как бы правительство Нигера выставило требование послу во Франции, чтобы он покинул страну. И это говорит о том, что сейчас идет тот же самый процесс открепления глобального юга, прежде всего в Африке, открепления от колониального влияния. Поэтому я считаю, что смерть Пригожина и части командиров, конечно, там были не все командиры, вот, но, наверное, самые, может быть, близкие или те, которые участвовали больше всего в разработке военных операций, конечно же, выгодно глобальному Западу, так скажу, да, потому что представьте, что выстроенная система, которая есть в ЧВК, да, сложившаяся, которая должна была работать по Африке в данный момент, она оставляет без управления в критической ситуации, когда вот сейчас будет нашествие, как будет агрессия против Нигера, для того, чтобы удержать глобалистское влияние в Африке, будет агрессия коллективного Запада, и там нечего противопоставить, по сути дела. То есть местные военные силы, скорее всего, не могут справиться с тем, что будет им предъявлено в качестве внешнего вторжения. И ЧВК, конечно, должно было сыграть такую роль в укреплении позиции России в Африке. И я могу так сказать, что, конечно, убийство и Пригожина, и части командиров ЧВК – это на руку Запада. Сейчас они вносят огромный, большой дисбаланс в укрепление позиции на вот оси Африка-Россия. Просто огромный дисбаланс. Смотрите, что вторым фактором можно здесь указать. А второй фактор очень простой. Если информация, как вы здесь говорили, была от Лукашенко о том, что готовится покушение, я понимаю, что, конечно, многое зависит от самого человека. Евгений Викторович был смелым человеком. Как говорил Владимир Владимирович, человеком был сложной судьбы, но всегда решал задачи, которые перед ним ставились там и так далее. Мы понимаем прекрасно, что это человек, который встроен был в систему отношений. Лукашенко сказал о том, что знал его с 90-х. Владимир Владимирович рассказал о том, что были взаимоотношения. То есть этот человек был встроен в систему реализации принятых решений. Прежде всего, я так понимаю, на внешнем контуре. Именно в силовой части. Когда невозможно действовать после договоров, подписанных соглашений и так далее. Поэтому мы сегодня видим огромную брешь в системе безопасности государства. Идет война. Идет реальная война на уничтожение. И прежде всего, кто уничтожает? Мы же понимаем прекрасно, что любое сообщество, оно должно управляться. Всегда есть люди, которые задают тон, тактовую частоту. Это командиры, это руководители, это первые лица. И вот, к сожалению, мы видим, что вот в условиях этой войны система безопасности не справляется с тем, чтобы обеспечить безопасность первым лицам. Таких серьезных структур, как ЧВК «Вагнер». И я могу сказать, что сейчас мы, скорее всего, увидим агрессию против Нигера, скорее всего, мы увидим агрессию против тех стран, которые поддержали, там, насколько я знаю, там Буркина-Фасо поддержала, по-моему, еще кто-то поддержал
значит, решение Нигера о выдворении французского влияния оттуда, ну, а по сути дела глобалистского влияния Запада в Африке, скорее всего, мы увидим сейчас очень такое, ну, развитие событий, которое пойдет не по сценарию России, как в очередной раз. Так что из этих событий надо сделать большой набор выводов. Ну, как бы мы всегда, как, ну, знаете, как мужик задним умом крепок, да, то есть происходит что-то, или гром не грянет, мужик не перекрестит. Что-то происходит такое вот тяжелое, трагическое, как в данном случае, да, и начинают делаться выводы, начинают какие-то делаться решения по укреплению, там, по улучшению, по увеличению. Но желательно, конечно, качество управления определяется тем, что такие решения, как обеспечение безопасности, должны приниматься упреждающие. Так что я вижу, что это успех спецслужб Запада, очередной успех спецслужб Запада в части борьбы против России. И что касается, есть такой психологии, да, есть такой алгоритм, называется парный случай. Вот о нем хорошо Переслегин рассказал в своем ролике недавнем о парном случае. Он говорит, вы понимаете, если говорит, какая-то большая беда пришла, ну, в русской пословице пришла беда, открывая ворота, если что-то вам начинает не получаться, то будет парный случай, да, который на той же частоте. Ну вот у нас как Луна-25 не приземлилась на Южном полюсе, да, там, как выяснили, двигатель работал на 40 секунд дольше, и поэтому станция разбилась. Индия приземлилась на Южном полюсе Луны. Ну и, соответственно, возник вот этот парный случай, да, с Пригожиным. И, ну, одним словом скажу так. Сейчас мы должны осознавать, что многое из стереотипов, представлений о том, как, что происходит, что мы видим в информационном поле, все это имеет второй смысловой ряд. Иначе бы Евгений Викторович не был бы известен ни Путину, ни Лукашенко. Вообще, в принципе, не был бы известен. И не говорил бы открыто Владимир Владимирович о том, что да, человек сложной судьбы, проходил много испытаний, но всегда выполнял задачи, которые перед ним стояли, и сложные задачи. Так, Андрей Аркадьевич. Андрей Аркадьевич, вы с нами? Опять пропала связь, похоже. Да, почему-то связь пропала, я вас перестала слышать. Вот, ну, в общем, я, в принципе, кратко выразил мысль, да. Так что, если связь есть, то я вот благодарю. Да, есть, сейчас есть, я вас слышу сейчас. А, хорошо, ну вот вы уже затронули тему по БРИКСу, да, о том, что как раз на прошлой неделе состоялся вот очередной вот саммит БРИКС, где на пресс-конференции министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что 6 стран Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет и Арабские Эмираты с 1 января 2024 года станут полноправными членами. И вот на этом же также саммите вот в онлайн-режиме Владимир Путин выступил, и в своей речи, когда он говорил приветственное слово и так далее, то есть он упомянул о том вообще, что страны понимают, почему это все происходит, и поэтому они присоединяются, вот, собственно говоря, к этому союзу. И он также сказал о том, что в сфере вывоза ресурсов и кредитов происходит, скажем так, такой подход начался уже, что кредиты эти невозможно выплатить, и вот именно это вот все уже можно расценивать как контрибуцию. Вот что вы можете сказать по поводу вот как раз вот этой контрибуции? Все-таки есть ли она, платит ли Россия, платят ли другие страны контрибуцию именно вот американцам? В системе глобальных отношений на планете существует такой инструмент, который называется мировые деньги. Через мировые деньги путем международных институтов, таких как МВФ, создаются как бы, инструменты влияния через кредитно-финансовые системы в национальных государствах, которые позволяют через ставку судного процента выкачивать значит, добавленную стоимость из стран-колоний. И это и есть, собственно говоря, дань, которая платится, причем официально, как бы, можно сказать, мягкой силой, да, через кредитно-финансовую систему. Это же не военное оружие, но, тем не менее, это совершенный инструмент, который позволяет сегодня
не давать экономикам, ну, то есть вы можете любую тенденцию, которую вам нужно, как субъект управления, сдерживать, а ту, которой нужно дать ход, допустим, там какой-нибудь садомии какой-нибудь, даете ход, то есть, потому что интересы общества, как правило, идут туда, куда идут финансовые потоки. То есть этот инструмент совершенный, он обкатанный, и поэтому все как бы логично. И то, что на саммите БРИКС обсуждалось введение своей валюты, скажем, там один БРИКС, условно говоря, там, да, там название не обсуждалось, но будет валюта, которая позволяет сохранить национальные валюты, то есть национальные экономики, потому что каждая экономика должна обеспечивать некую самодостаточность, во-первых, для своего населения, во-вторых, участвовать в объединении труда с другими странами, которые позволяют им достраивать свою экономику до полной сферы, как, да, чтобы обеспечивать все потребности и обеспечивать развитие. Вот я думаю, что сейчас как раз объединение новых процесс масштабирования от создания во-первых, макрорегион огромный создается, да, и будет вводиться новая валюта, которая будет являться валютой межгосударственных расчетов. И помимо расчетов в национальных валютах будет еще такая же валюта. Сейчас все это конвертируется через доллар, печатается в неограниченном количестве, тут просто под потребности Тимона, когда он хочет за бумагу, как говорится, скупить ресурсы, людей, интеллект, там, технологии, да все что угодно. Вот. Поэтому мы видим, что идет тяжело, непросто, но идет процесс перекраивания миропорядка, формирования новых полюсов, союзов, которые станут основой нового мироустройства. И я бы не называл его на самом деле многополярным, да, хотя об этом часто говорится, что переходим от полярного к многополярному. Мы просто меняем, скорее всего, полюс, то есть меняем стратегического лидера. И обратите внимание, и БРИКС, и ШОС, и ЕАЭС, и таможенный союз, все вообще союзы, которые образовались за последние 20 лет, это союзы вокруг России. Потому что Россия – это единственная страна-цивилизация, как у нас написано в концепции внешней доктрины, внешней политики России, принято 28 мая этого года, которая обеспечивает свое собственное самобытное развитие и, в принципе, готова предложить наиболее лучший миропорядок, более справедливый, добрососедство, взаимопомощь и, более того, дать еще необходимое ресурсное обеспечение и обеспечение безопасности, учитывая совершенство вооруженных сил и оружия, которое создается сегодня в военпроме. Поэтому все-таки это будет новый стратегический лидер мира. И то, что союзы собираются вокруг России, надо просто четко понимать. Поэтому это для нас очень такой исторический, ну, эпохальный момент, когда мы станем стратегическими лидерами развития цивилизации. Так что я вижу, что процесс медленно, тяжело, но идет. Да, вот такие события, как с Евгением Пригожиным, значит, убийство и части командиров, они направлены на то, чтобы помешать этому процессу. Но, тем не менее, процесс необратим. Вы же знаете, что хоть и 6 стран подали заявку, и 6 стран уже принято, с 1 июля 2024 года они становятся полноправными членами. Следующий саммит пройдет, насколько я помню, в Казани, то есть в России. И еще 17 государств тоже разместили заявки на вступление в БРИКС. Сейчас принималось решение, там целый набор критериев, я читал, который использовался при выборе новых стран-участниц. Но прежде всего это территории, которые позволяют обеспечить транспортные коридоры, север, юг, восток, запад. Это те, которые обладают определенным точным желанием на вступление, чьи экономики могут усилить БРИКС. То есть достаточно прагматично, вот на мой взгляд, достаточно прагматично принимались решения о расширении БРИКСа. Поэтому я думаю, что процесс этот необратим. И, конечно же, он бьет под дых, и он, в общем-то, является очередным шагом к разрушению прежней западной гегемонии, которая, в принципе, уже уходит в прошлое, но пытается сопротивляться, и все, что у них остается, это диверсии и теракты. Вот, собственно говоря, то, что мы и видим. Андрей Аркадьевич, вот вы сказали, что вот эта вот валюта, ну, скажем так, станет единой. А не станет ли она тем же вот самым долларом, вот как вот доллар, да, таким же, такой валютой, которая, от которой потом все захотят снова отказаться?
Но дело в том, что если в прежней концепции, то есть те, кто будет имитировать эту валюту, будут направлять свою политику на подавление народов, континентов, цивилизаций, конечно. Но то, что это непринятая уже концепция, отвергается странами, и страны выражают свое желание жить по-другому, и поэтому вступают в БРИКС, то я думаю, что банк БРИКС, который получит право имитировать эту валюту, он, скорее всего, будет включать в себя совет директоров, где будут представители всех стран. Это первое. Второе. Будет система контроля, которая позволит действительно делать, эмиссию данной валюты под произведенный продукт. То есть будет какая-то мера, физическая мера, которая будет это все дело измерять. Там разные варианты сейчас есть, включая киловатт-часы. Там я читал разные варианты, которые там предлагаются. Думаю, что вопрос только стоит в том, как этот инструмент будет контролироваться. В любом случае, нам необходим инструмент, отличный от доллара, потому что доллар – это оружие. Это не валюта, это оружие, которое используется для подавления стран, народов и континентов. И поэтому, уже когда все это осознали, сейчас идет переформатирование мира. И дважды, я думаю, на эти грабли никто наступать не собирается. Андрей Аркадьевич, вот еще, скажем так, такой вопрос. Вот вы сказали о том, что меняется полюс сейчас, да, то есть мы говорим о том, что вот несмотря на то, что речь идет о многополярном мире, но меняется на самом деле полюс, и мир все равно будет однополярный, но уже полюс смещается в сторону России. Но ведь даже вот Сергей Лавров заявлял о том, что вот именно сама БРИКС, она отличается тем, что, например, от той же «семерки», тем, что вот в «семерке» все слушают США, а вот в БРИКСе у нас, скажем так, отношение к странам, каждой стране одинаковое, то есть именно равноправное отношение к мнению каждой страны. Вот тогда получается тут не, все-таки не однополярный мир, либо это какой-то такой неформальный лидер России получается? Понимаете, в чем вопрос? У любого равноправного союза есть субъект, который задает эту меру отношений. Вот в «семерке» меру отношений и субъектность задает США и, соответственно, подавляет всех под себя. Здесь тоже кто-то будет задавать эту меру, то есть делать больше высказываемые концепции, то есть показывать, что так надо жить. И именно Россия имеет сейчас все возможности вот проведения такой глобальной политики. Поэтому я и почему и сказал, что мир все равно будет сориентирован на конкретный полюс. Но этот полюс будет более справедливым и будет показывать своей линии реализации госполитики, внешней политики, что именно так он и живет. Поэтому здесь ничего удивительного. Все процессы управления, и этот процесс также будет управляться. И субъектом управления, я просто убежден, никто, кроме России, выступить просто не сможет, потому что никто не выдаст такой меры понимания и таких инструментов, обеспечивающих реализацию этого такого мироустройства нового, кроме России. Спасибо. Ну вот сейчас у нас вот здесь есть в чате вопрос один. Ирина спрашивает: ничего не пойму с Пригожиным, то предатель, то герой. И пока не будет заключения генетической экспертизы, нельзя говорить 100%, что это Пригожин. Ну вот, может, возможно, Ирина присоединилась уже попозже о том, что мы говорили, что уже вчера была официальная информация Следственного комитета о том, что они подтвердили, что в самолете находился Пригожин. А вот, Андрей Аркадьевич, а что вот вы все-таки скажете, Пригожин герой или не герой, или предатель? Вы знаете, я думаю, что когда Владимир Владимирович отвечал на вопрос про Пригожина, он сказал такую фразу: у Евгения Викторовича были ошибки, причем большие ошибки, да? Но при этом он был человеком достаточно сильным, волевым и всегда добивался результатов в том деле, которое было ему поручено. Как-то так он сказал, сейчас не могу воспроизвести. Возможно, и ситуация с вот этим мятежом, да, это тоже была ошибка. Это была ошибка, то есть как бы мы же понимаем, как работают эти великие кукловоды, как можно подать белое черным, черное белым, и вообще время все расставит на места. Мы, конечно, поймем, но я все-таки понимаю, что этот человек работал на интересы России, и поэтому он был уничтожен. И
просто-напросто, ну, невозможно по-другому, невозможно объяснить вообще все произошедшее. Просто невозможно. Так что я вижу это вот так. Максим Аратович, а вот вы как считаете все-таки по Пригожину, герой это или предатель? Вот как вот этого человека можно охарактеризовать? Ну, однозначно, этот человек был герой до того момента, пока не впал вот в эту прелесть, как говорится, да, и не пошел на поводу у Соединенных Штатов. Я уверен, что он получил такое предложение, от которого невозможно отказаться. И был вынужден делать то, что он делал, а именно попытку столкнуть Россию в гражданскую войну. И эта попытка была реализована его, им непосредственно, и вот этой верхушкой ЧВК «Вагнер». И вот именно после вот этой неудавшейся попытки, где они отказались идти до конца, ведь там было им уготовано ценой собственных жизней ввергнуть Россию в пучину гражданской войны. И когда они увидели, что народ не пошел на самоуничтожение, что это надо сделать лично им, вот здесь они дали на попятную, сказали нет. США, конечно же, этому очень рассердились. И понятно, что дальше пошли события разворачиваться. Когда Пригожин понял, что его использовали, что куда его пытались втолкнуть, естественно, он начал разбираться. И последние вот эти его именно консультации с экспертами по ядерным стратегическим вооружениям, которые он предпринял именно в попытке разобраться, почему же у нас не работают ядерные элементы ядерного сдерживания и как это все использовать. То враг-то действительно США, а не кто-то другой, и не Украина. И вот когда он этим озадачился, действительно его просто уже были вынуждены убить. Потому что развитие событий, Пригожин, так как он не контролируется, он же уже отказался погибнуть, и он уже пошел против, по сути, Соединенных Штатов, когда завершил этот мятеж. Ведь верхушка, вот это руководство ЧВК «Вагнер», командование приняло решение, что они не будут это продолжать. И что они разворачиваются. А это значит, они пошли уже против задачи вот этой вот организации Соединенных Штатов Америки. И, естественно, за это, конечно, подлежит суровая расплата. Что мы и увидели. И что как раз, это... Я думаю, это вообще всем очевидно, всему здравомыслящему населению. А вот то, что там сейчас идут разные спекуляции по этому поводу, и различные версии выдвигаются, что Путину там это выгодно и так далее, что Путин его убил. Ну, это, вот я считаю, вполне себе хорошо опроверг Лукашенко. Просто послушать, что сказал Лукашенко по поводу убийства Пригожина, и понятно, что здесь... чья рука здесь, в первую очередь, маячит. Поэтому, конечно, герой, может, любой герой мог совершить такую ошибку непоправимую. Вот действительно, если бы Россия вверглась в пучину гражданской войны, это была бы непоправимая ошибка Пригожина, которую бы он, не то что он, а вот это руководство ЧВК «Вагнер» уже никогда бы от которой не отмылось. Да, но они использовали последний шанс, чтобы остановиться вот у этой последней черты пропасти. И именно за это, если так получилось, он осознал, вовремя остановился, можно считать, что в какой-то мере ошибка исправлена. Но могло бы пойти все иначе, если бы народ поддержал. Вот как в 1917-м, когда вот эту... спичку поднесли, вот эту искру, и все вспыхнуло, где народ сразу начал вот эти свои действия, беззаконные, то там уже мог бы Ленин это остановить, не мог бы, уже понятно, что он бы там уже ни на что не повлиял. Вот здесь Пригожин тоже уже, и ЧВК «Вагнер» уже тоже могли бы ни на что не повлиять. То есть они были той искрой, которая должна была зажечь. Но российское общество все-таки... уже имеет к этому иммунитет, так как две вот подобные попытки, которые были, то есть не попытки даже, а два случая вот с 1917-91 года научили
русский народ и уже не идти на вот эти такие уловки англосаксонские и не поддаются подобному. Ну, пока, конечно, это могло бы быть и могло бы произойти что-то иначе. И, конечно, у США есть и план Б, и план С, Д, там у них этих планов много. Поэтому, что бы ни говорили, вот сейчас вообще радоваться еще рано, и понятно, что перед нами стоит большая опасность, огромная угроза в лице НАТО все-таки находится на нашей территории. И вот, как вы сказали, осуществляет вылеты беспилотников и так далее. Это все они ведут как раз агрессивную такую военные действия против русского многонационального народа, против российского государства. И то, что это сегодня является таким, скажем, ну, еще неполноценной, неполномасштабной такой глобальной войной, это только потому, что есть опасность, что народ России воспользуется своим ядерным оружием. Вот этого-то как раз и боятся. И вот за это как раз и был убит Пригожин, потому что он начал этим вопросом интересоваться. И не сегодня-завтра он бы пришел к такому решению, что без принятия вот этого стратегического разворота мы не сможем победить вообще в принципе в этой войне. А уже необходимо задуматься о победе, потому что понятно, кто наш враг. Уже в принципе мы понимаем, Путин понимает. То есть Путин обозначил, кто наш враг. Начали задумываться уже и бойцы ЧВК «Вагнер». Обратите внимание, что они очень тесно общаются с национально-освободительным движением. И активисты национально-освободительного движения даже есть в строю ЧВК «Вагнер». Поэтому в этом подразделении тоже ведется соответствующая работа. И на низовом уровне там уже тоже все прекрасно понимают и готовы уже, даже я уверен, что готовы были включиться в освободительный процесс. И включатся, и никуда не денутся, потому что это единственный путь, по которому мы можем не то что освободить Отечество, а вообще остаться в живых. То есть даже если мы хотим остаться в живых, мы будем цепляться за любую соломинку. А это без сомнений, что любой живой организм, он будет стараться остаться в живых и будет цепляться за единственный возможный вариант. А единственный возможный вариант после того, как он все перепробует, это будет как раз реформа национально-освободительного движения и все, что из этого вытекает. То есть расследование событий 91 года, изменение Конституции, включение механизмов ядерного сдерживания и все остальное, без чего просто. Если даже мы убираем какой-то один элемент вот из этого списка, да, вот из этого порядкового номера, то мы получаем, что не будет победы. А нам нужна победа, потому что без победы все будет, ситуация будет против нас, и со временем она нас поглотит. То есть США, они могут продержаться вот в таком режиме, ну, может быть, десятилетия. Для нас в таком режиме продержаться десятилетия – это смерть, потому что мы, естественно, у нас просто кончатся люди. Просто люди кончатся. А все-таки США, Европа, НАТО, они достаточно сильны, накопили достаточно много богатств, людей, оружия для того, чтобы сражаться. Пусть даже у них не будет продовольствия, пусть даже у них не будет там, ну, газа, но все равно они будут бороться, сражаться и в итоге нас победят, если мы не предпримем вот эти элементы ядерного стратегического, специально стратегического назначения, которые сделали наши деды как раз против вот подобных агрессий. То есть наши деды понимали, что против НАТО не выстоять в рукопашном бою, да, это то же самое, что мы сейчас
идем с вилами против танка. Потому что если вот посмотрим, насколько вот эта вся мощь Соединенных Штатов Америки, если посмотреть, да, полноценное вот это вооружение НАТО и их боеспособность, и посмотреть нашу маленькую такую вообще, по сути, ну, несколько процентов от этой мощи силу, то мы понимаем, что мы просто пытаемся стоять с вилами против танка. А это для нас, ну, все-таки опасно. Танк может и выстрелить, и тогда для нас будет, ну, чем больше, а чем дольше это все будет затягиваться, тем больше потерь мы несем, тем больше инфраструктуры мы теряем, тем больше людей. И вот эти, вот это вот все остановили наши деды в один миг, когда применили нацеливание наших ядерных ракет на города США. И все сразу же стабилизировалось, нормализовалось, США стали договариваться, пытаться уговорить Советский Союз не делать там резких движений и так далее. И сами, в свою очередь, пошли на переговоры только для того, чтобы не было для них опасности и угрозы их городам и так далее. И обратите внимание, как они умело это делали. То есть не было вот таких вот кровопролитных войн по всему миру. То есть в мире воцарился на какой-то момент мир и порядок, по сути, когда Соединенные Штаты Америки и Советский Союз имели паритет сил. Да, расстановка сил в мире изменилась резко после предательства Горбачева, но это уже другая история. Мы те люди, которые, по сути, несем ответственность за это. Потому что мы сами отказались от своего отечества и сами убрали ядерное оружие, распилили его и куда-то спрятали, и сняли полетные задания. После этого США, конечно, были очень удивлены, но пошли, что поняли, что им ничего не угрожает, и можно делать все, что угодно и с кем угодно. Ну вот еще у нас одна новость была на прошлой неделе. 25 августа Владимир Путин подписал указ о приведении отдельных категорий лиц к присяге. Вот и текст присяги содержит следующее, что, значит, тот, кто присягает, торжественно клянется присягать на верность Российской Федерации, обязуется свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возложенные обязанности. И также он клянется быть преданным Российской Федерации, мужественно защищать ее независимость и конституционный строй. Вот что можно сказать по поводу текста этой присяги, Максим Ратович? Вот вам, наверное, вопрос в первую очередь. Ну, видно, что такой текст, который человека будет обязывать служить Российской Федерации и исполнять приказы командиров. Ну, я думаю, что это, наверное, на данный момент необходимо, потому что все-таки многие категории граждан сейчас вообще не имеют никаких обязательств перед страной. А тут хоть, в принципе, будут как-то задействованы в обеспечении каких-то функций, наверное, для этого. Скорее всего, вот эта вот присяга, она именно для того, чтобы человека немножко заставить задуматься о его деятельности и о том, что он кому должен служить и что делать. А не станет ли это, скажем так, таким конфликтом вот в двух, допустим, кто-то принимал присягу СССР, а кто-то принимал присягу именно такой Российской Федерации, и они совершенно разные тексты. И вот в данном случае здесь что, скажем так, мне бросилось в глаза, это защищать независимость и конституционный строй. Я, конечно, понимаю, что вот при таком вот раскладе, который у нас сейчас, это правильный текст присяги должен быть. Но поскольку мы все-таки
пытаемся восстановить Отечество в границах 1945 года, а это только границы не только Российской Федерации, а это границы вообще всего СССР, то в данном случае, как бы, получается, те люди, которые примут именно эту присягу, они не встанут на защиту именно границ СССР. Вот что вы скажете на этот счет? Ну, это, во-первых, что конституционный строй, он не запрещает защищать границы и отстаивать какие-то интересы. Да? Это можно в любом случае, границы СССР это не коснется. Ну, как и сейчас не касается. Мы же принимаем, вот сейчас многие граждане принимают присягу Российской Федерации, вот это, по сути, та же самая присяга, и она не может распространяться на тех, кто уже принял. То есть присягу принимают один раз. Не можно, нельзя там переприсягнуть еще чему-то. То есть принял присягу Советского Союза, служит Советскому Союзу, он уже все, он уже от этого никуда не денется. Принимает присягу вот в рамках Российской Федерации, но это тоже его ни в чем не ограничивает, по сути. Это ему нельзя идти против Российской Федерации, понятно, это он нарушит присягу. Но за Российскую Федерацию, за Советский Союз, это пожалуйста, это никак не запрещает. То есть тут именно идет речь же не о военных, а это, я как понял, другие какие-то категории граждан, некоторые категории, да, как вы там сказали. Может быть, просто посмотреть, что это за категории, тогда будет понятно. Андрей Аркадьевич, вот по тексту присяги, вот что вы можете прокомментировать? Андрей Аркадьевич? Так, ну, видимо, Андрей Аркадьевич, у него снова интернет не очень стабильный. Хорошо, тогда пока Андрей Аркадьевич у нас там, может быть, подключается, еще у нас есть один вопрос, который мы сегодня не рассмотрели. В новостях вчера поступило такое сообщение. Сооснователь Яндекса попросил Евросоюз снять с него санкции. И сообщается уже, что адвокаты этого Аркадия Волош его обратились с такой просьбой в Евросоюз. Вот как вы считаете, Максим Аратович, можно ли сказать, что вот этот человек уже сделал что-то, о чем его просили, что он должен был сделать, и теперь он в связи с этим просит снять санкции с себя? Да, я думаю, все сделал, очень успешно сделал. Обратите внимание на работу Яндекса. Почищены вообще все упоминания национально-освободительного движения, как, ну, с первых полос, да, почищены видеоролики, идет блокировка видеороликов, особенно вот активистов национально-освободительного движения. Ну, такая блокировка, как бы очень грамотно все сделано, что там не придерешься. Как бы ролики загружать можно, но просто они находятся в вакууме, где их просто никто не видит. И также информация, да, она есть, если целенаправленно будешь искать, но если вдруг ты вобьешь, допустим, в поисковике Яндекс слово, допустим, нот, то выйдет много негативной информации, и это как раз даст, ну, первое представление тем, кто ищет, первое представление не совсем правильное, то есть неверное, недостоверную информацию выдаст поисковик. Ну и вот это сделано, я думаю, все как раз с требованиями Соединенных Штатов Америки и многое другое еще. Наверняка это касается и ЛГБТ, и традиционных ценностей, и всего, что там, ну, все, что разрушает изнутри российское общество. И Яндексом, безусловно, в этом направлении проделано многое. И, конечно, да, наверное, думаю, он может сейчас рассчитывать на то, чтобы с него снимали санкции. Андрей Аркадьевич, вы сейчас нас слышите. Я надеюсь, мы вас тоже услышим. Мой вопрос был такой, что вот я читала текст присяги, скажем так, рассказывала о том, какая присяга. И вот что вы можете прокомментировать, потому что вот именно этот указ был о приведении отдельных категорий лиц к присяге. Ну, я так понимаю, что это туда попадают те люди, которые должны находиться
находиться под присягой, но они в силу того, что они вот, не было закона, они не находились под ней. Смотрите, на все надо смотреть не с позиции статики, а с позиции динамики. Идет процесс возвращения суверенитета. И, кстати, на день государственного флага Владимир Владимирович сказал, что под этим флагом, да, Россия фактически вернула себе суверенитет, когда он говорил о триколоре. Вот я думаю, что введение, то есть идет переформатирование и образов, и жизни, и все чаще и чаще мы говорим, что для текущего обеспечения суверенитета нужно сделать следующие действия. И вот я вижу так, что сейчас вопрос стоит не о том, что мы должны прямо вот написать присягу единым большом присягу. Идет процесс восстановления. И на текущий момент важно, чтобы люди, которые будут обличены властью, которые будут находиться на позициях принятия ключевых государственных решений, были людьми под присягой. Это обязывает человека соблюдать честь и достоинство и помнить о том, кто он и к чему и кому он служит. Поэтому я считаю, это позитивный момент. Это еще один из моментов восстановления нашего суверенитета. На текущий момент, да, мы восстанавливаем присягу на уровне Российской Федерации. Российская Федерация, насколько я помню, по Конституции объявлена правопреемником и Советского Союза, и, по-моему, если не изменяет память, Российской империи тоже. Поэтому человек, присягающий Российской Федерации, он как бы присягает всему этому наследию. Так что вижу в этом положительное. Я в свое время присягал на верности служения Советскому Союзу, и поэтому для меня Отечество – это не фигура речи, это действительно понимание того, что это Великая Русь, Большая Россия, и я ей служу. Я об этом говорю и здесь, и везде, и в интервью. И я вижу, что сейчас вот такой инструмент, как присяга, он, на мой взгляд, все-таки является важным морально-психологическим элементом инициации вообще служения и осознания, чему и кому ты служишь. Повторюсь еще раз. Вот так я это вижу. Ну вот еще один вопрос мы обсуждали, который пока вот вы отключались. Сооснователь Яндекса попросил Евросоюз снять с него санкции. Уже об этом даже адвокаты обратились в Евросоюз. Вот что вы можете сказать? А было ли за что, вот, скажем так, какие-то... Что он такого сделал, что решил, что они все-таки могут с него снять санкции? Трудно сказать, не изучал вопрос. Если касается Яндекса, то понятное дело, что это совершенно инструмент, созданный в России, который позволяет нам, ну, он применяет как цифровая технология в большом количестве сфер, мы же вот ездим по Яндекс-навигаторам, да, и, собственно говоря, Яндекс работал везде, включая все страны Европы, Западной Европы, то есть везде как. И, ну, не знаю, что он там такое сделал, если это бизнес-интерес, то вряд ли просто так решится вопрос, потому что Запад накладывает санкции не потому, что он не хочет кого-то поиметь деньги, а он накладывает санкции с той целью, чтобы обозначить идеологически, как бы, необходимость идеологизации любого действия, включая бизнес. То есть в понимании Запада бизнес даже в национальных государствах, он не вправе чувствовать себя защищенно и самодостаточно, если он в итоге не работает на тот же самый коллективный Запад. И, возможно, вот этот вот там Аркадий, кажется, зовут этого человека, если я правильно помню, который там обратился в Европейский суд, да, и, возможно, он как бы как-то продемонстрировал там или прогнулся, показал, что вот он все-таки такой идеологически западный, да, и что вот он готов как бы все свои ресурсы туда предлагать, предъявлять, то есть берите, используйте, пожалуйста, только снимите с меня санкции. Но я считаю, что это, в принципе, сейчас в условиях войны действия, это на совести, конечно, этого Аркадия, но это действие абсолютно антигосударственное, на мой взгляд. Это как спортсмены, которые выступают под нейтральным флагом. Понимаете, мы должны понимать, что на фронте есть одна сторона баррикады и вторая сторона баррикады. Вопрос, ты с какой стороны? С
Ты о чем хочешь договориться с врагом фактически? О своих бизнес-интересах, то тогда, извини, ты какую страну представляешь? Вот я думаю, что вот первый вопрос про присягу, он вполне связан с тем, о чем мы сейчас говорим. Действительно, присягнул, ну будь добр, служи, елки-палки. А если ты не можешь определиться, ты с какой стороны, тебе все равно где, для тебя это только бизнес, извини, это не соответствует опасности момента исторического. Здесь надо понимать, с какой ты стороны. Вот как бы я вижу, что это, опять же, и то, что это везде прошло по инфоресурсам, да, это как некая такая, знаете, заманушка такая, да, что представители бизнеса, давайте-ка вспомните, что мы вам там можем создать условия, если вы будете не против нас, если вы будете там в нашем русле опять продолжать как бы вести работу там, да, разрушать Россию, значит, или там как-то содействовать тому, что мы будем через вас капиталы вытаскивать российские на Запад. Ну, тогда мы вам тут и санкции снимем. То есть, вы знаете, и так можно это посмотреть. Поэтому я считаю, что это недостаток идеологического воспитания вот текущего. Не то, что воспитание, а вообще идеологического поля, которое сейчас должно идти впереди всего, всех решений. И обществом должно осуждаться стремление услужить бывшему гегемону. Услужить и как-то с ним взаимодействовать. Хотя бы просто потому, что мы осознаем, что цель этого гегемона – сохранить эксплуатацию и рабовладение над нами. Вот какая цель. А если мы это не осознаем и стараемся лезть опять в этот хомут, значит, скорее всего, мы проводники этой же идеологии. Ну вот давайте вот так на это посмотрим. Поэтому вижу эту вот проблему вот так. Спасибо. Вот у нас тут еще есть один вопрос от зрителя. Это, скорее всего, к Максиму Ратовичу. Просто если сможете сейчас ответить как-то коротко, быстро. Анатолий спрашивает, когда предварительно ожидать отечественную интернет-площадку? Вот можем ли мы сейчас что-то сказать, либо это вопрос пока, ответ на который мы сегодня не можем пока дать? Можем сказать, что после восстановления суверенитета у нас появится отечественная интернет-площадка, государственный банк, государственная судебная система и средства массовой информации и все остальное. Но до восстановления суверенитета об этом говорить рано. То есть даже мы, если даже захотим это сделать, то у нас просто не будет прав, так как гегемон нам этого не позволит. Вот, если коротко так. Ну, спасибо большое вам за ваши ответы на вопросы. Я благодарю вас, Максим Аратович и Андрей Аркадьевич, за участие в эфире. Благодарю наших зрителей за то, что смотрели и делились нашей трансляцией, писали ваши вопросы. Продолжайте писать вопросы, делитесь нашими видео, делитесь нашими трансляциями. Это помогает как можно больше людям узнать о том, что происходит в мире. Мы работаем для вас. А я на сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.